этом видео хотел бы пару слов сказать о том, как мы еще можем взаимодействовать с LifeLoops. Мы на протяжении всего курса работали с помощью мышки. Можно также еще работать с помощью клавиатуры, то есть мы можем выделять нужную сцену и просто клавиатурой стрелочками лево-вправо двигать сцены и запускать их клавишей Enter. То есть я могу запустить первую сцену. Способов, потому что мышкой не всегда бывает удобно, не всегда там попадаешь куда нужно. Второй способ, наверное, такой один из самых удобных и, в принципе, многим доступных, это использовать Logic Remote, про который мы уже говорили в предыдущем курсе из серии Logic Pro на практике, который так и называется Logic Remote. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. И там я уже вскользь упоминал о том, что у нас в Logic Remote, у меня сейчас запущен Logic Remote на iPad, но также есть версия и под iPhone, где тоже в горизонтальном расположении iPhone можно запускать LifeLoops. И здесь тоже так довольно удобно, можно прям пальцами нужные лупы запускать, причем не только сцены, ну внизу, как будто мы видим сцены. Но также мы можем запускать отдельные ячейки. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Ну и также у меня здесь представлен контроллер от Novation Launchpad 3. Он автоматически синхронизируется с Logic'ом. И он выступает как такой контроллер, MIDI-контроллер, то есть тут есть режим нот, когда можно играть просто как на MIDI-клавиатуре. Но нас интересует режим session, и он автоматически раскрашивается, как вы видите, в цвета LifeLoops, и он, по сути, синхронизируется, то есть Logic официально поддерживает эту версию Launchpad, поэтому очень удобный контроллер именно для работы с LifeLoops. Я могу здесь, прям нажимая нужные ячейки, запускать отдельные ячейки, и либо внизу я могу запускать сразу целую сцену.
то есть таким образом тоже очень удобно взаимодействовать с Live Loops, как вы поняли. То есть здесь можно переключать треки. Они абсолютно так же переключаются. Лево-вправо можно сцены переключать, если нужно, если все не помещается на одну развертку 8 на 8. То есть так у нас 8 сцен. И 8 рядов дорожек, соответственно, то есть все это можно также запускать. Очень удобно. И, как я уже сказал, вы также можете это делать на iPad, потому что на iPad тоже удобно, так как можно сразу несколько сцен нажимать. Все-таки тач-бар в этом плане гораздо лучше, точнее, тач-интерфейс гораздо удобнее, чем мышкой это делать и даже клавиатурой. Но так или иначе, вот такие возможности у вас по взаимодействию с Live Loops есть. Для живых историй можете вот рассмотреть Launchpad, то есть я прям рекомендую его. Либо iPad, тоже очень удобная вещь. На iPad можно всегда включить наш любимый Remix FX, про который я тоже рассказывал в предыдущем видео. И если это еще и соединить одновременно с Launchpad, то вообще получается очень-очень-очень такая живая история. То есть вот такая идея вам для взаимодействия с Live Loops. Конечно же, используя контроллеры, iPad, можно большего достичь, то есть больше каких-то моментов, особенно при должной сноровке, когда прям все под руками, все удобно, можно реально прям все записывать. Кстати, напоминаю, что это все, что я сейчас делал, можно также записывать в окно аранжировки в реальном времени. Ну, то есть можно прям вот на лету создавать композиции из заранее заготовленных сцен. И как живьем это прям делать, то есть, не знаю, перед аудиторией, ну и также просто создавать композиции у себя в студии, вот используя такой метод. Поэтому Live Loops, конечно, очень сильно разнообразил нашу, скажем так, лоджиковскую жизнь.